23 сентября 2019 года, в годовщину своего 115-летия, Московская соборная мечеть принимала в своих стенах более 500 делегатов и гостей 7-го отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации, которое, в свою очередь, объединяет более 2000 централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов Российской Федерации. Приветственными речами в адрес собравшихся выступили представители администрации президента, Общественной палаты, правительства Российской Федерации и московских городских властей. Мероприятие подобного формата проводится раз в 5 лет, и с отчетом за последнюю 5-летку перед делегатами и гостями съезда выступил председатель организации муфтий шейх Равиль Гайнуддин. В повестке дня съезда стоял вопрос выбора духовного лидера, председателя организации и его первого заместителя, состава президиума и пленума, утверждение плана деятельности на ближайшие годы и другие вопросы. Единогласным решением 149 делегатов съезда председателем духовного управления мусульман избран муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Съезд подвел итоги не только 5-летнему отчетно-выборному периоду, но и четверти века с момента начала консолидации мусульман под эгидой Московской соборной мечети.